И в Кремле подтвердили, что Путин и Порошенко договорились поручить военным экспертам оценить ситуацию в районе Дебальцево, чтобы оценить реальное положение дел. Вопрос с Дебальцево, напомним, стал камнем преткновения на переговорах в Минске из-за того, что в Киеве упорно отказываются признать факт окружения большой группировки войск в этом районе. Расклад сил в районе Дебальцевского котла изучил Антон Лядов. 25-й батальон, осталось 20 человек. Кто может дозвониться до этого правительства? Выручите наших пацанов! Это бойцы батальона «Айдар». Их сослуживцы из подразделения «Киевская Русь» сейчас находятся в плотном окружении в Дебальцево. Там блокировано около 6 тысяч украинских военных. По данным ополченцев, диаметр котла составляет примерно 25 километров. Линия окружения проходит через населенные пункты Логвиново, Углегорск, Енакиево, Кировское, Михайловку, Никишино. Это Чернухино. Повсюду разбитая украинская техника. Ну, держим позиции. Будем наступать. Крупом пипец. Следующий опорный пункт окружения – Никишино. Небольшое село. Население меньше 1000 человек. Большинство жителей эвакуировано. Бой за позицию шел 7 часов. Брошенное оружие и техника. Михайловка – южная часть котла. Несколько дней назад здесь дислоцировалась киевская артиллерия. Попавшие в плен рассказывают, командиры намеренно сообщали им о боевых успехах. А вы знаете, что добавится? Насчет этого я не знал. Нам ничего такого никто не казал. А вот так выглядит само Дебальцево. Колонна бронетехники ДНР контролирует позиции. Украинские военные полностью блокированы. Те, кто находится на передовой, из окопов не высовываются. В таких укрытиях прячутся наши бойцы во время обстрелов. Здесь запасы еды, бронежилеты. С запада Дебальцевский котел контролируют ополченцы в Углегорске. Здесь стоял 42-й отдельный мотопехотный батальон. Единственная девятиэтажка в городе – последний оплот, где сидели украинские снайперы. Огонь открывает сразу по цели. Ополченцы выбили их почти без потерь. Город Углегорск на 100% наш. Логвиново – маленькая деревушка на 30 домов. Местных почти не осталось. Для Киева это место имело стратегическое значение. Через Логвиново проходит единственная дорога на Артемовск. Никакой другой возможности подвозить киевским силовикам оружие и провиант нет. Чтобы удерживать позицию, сюда стянули лучшие подразделения украинской армии. 54-ю отдельную разведывательную бригаду, 128-ю горно-пехотную, а также батальон Кульчицкого. Вот так дорога выглядит сейчас. Ее контролируют ополченцы под командованием Ольхона при поддержке казаков. Признают это даже губернатор той части Луганской области, которая находится под контролем Киева. Заблокована танками, заблокована живою силою бойовиків. Дальше проїхати неможливо. Заместитель министра обороны Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сегодня призвал украинских солдат сдаться. Предлагаем и сейчас господам в Киеве во избежание ненужных жертв, сохранение жизни украинских граждан, их возвращение домой к семьям, прекратить огонь Дебальцево прямо сейчас. Мы готовы ради сохранения жизни людей организовать их выход из Дебальцевского котла на уважительных условиях. Пусть оставляют оружие и уходят. Официальный Киев существование котла продолжает отрицать. Чтобы хоть чем-то объяснить официальную позицию, что у украинской армии якобы успех за успехом, последние сутки силовики пытаются прорвать котел в районе Логвиново. И сегодня даже народный депутат Семен Семенченко, который последние две недели пытался доказать правительству, что окружение есть и потери огромные, заявил на своей странице в социальной сети следующее. Части вооруженных сил Украины взяли штурмом поселок Логвиново, тот самый, блокирующий трассу Артемовск-Дебальцево. На самом деле мы удерживаем позиции. Вот. Сегодня действительно с утра противник предпринял массированные атаки с помощью артподготовки с целью деблокировать трассу Артемовск-Донецк. Удерживая контроль над этой дорогой, котел замкнуть. То есть сейчас он за бойцами Новороссии? Совершенно верно. Захлопнувшаяся крышка котла уже реальность. Прорвать окружение одной операции вряд ли удастся. Киев, вместо того, чтобы отдать приказ своим войскам добровольно сложить оружие, продолжает молчать, видимо, пытаясь посчитать, сколько может быть погибших в этот раз. В прошлой в Иловайском котле их было около 1000. Антон Лядов, Алексей Алексеенко, Александр Бузаладзе, Вести.